Студенты поучаствовали в судебном процессе. Служители Фемиды провели своего рода мастер-класс для учащихся Карагандинской академии МВД, дав им возможность присутствовать на открытом заседании. Узнать все сложности и нюансы выбранной профессии будущие сотрудники правоохранительных органов смогли наглядно. Такую возможность им предоставили суды Казбекбийского и Октябрьского районов. Посещение открытых судебных заседаний для студентов Карагандинской академии имени Барымбека Бейсенова не в новинку, так как выезжают на такие мероприятия они ежегодно. По словам судьи Октябрьского районного суда, такие мастер-классы, проводимые служителями закона, весьма положительно сказываются на дальнейшей деятельности студентов, так как они уже сегодня имеют возможность воочию увидеть сам процесс судебного разбирательства. Сегодня рассматривается уголовного дела по статье 257, часть 1, это хулиганство. Есть подсудимый, потерпевшие присутствуют, и лица, которые видели, слышали, то есть свидетели. Такие открытые судебные заседания позволяют вузам планировать свои методические и практические занятия. Кроме того, данные процессы помогают слушателям закрепить теоретические знания. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.